Настик, трапезничать изволит. Короче, я решила заснять это рыжее. Надо один раз увидеть, чтобы понять. Вот это. То, чем я тут питаюсь. Вот это потато-бол. Это внутри картошка со всякими штуками. В тесте запечат. Это самоса. Там капуста, лучок, ну, овощи всякие тоже, в другом тесте, таком хрустящем. Но это вообще объедительная хрень, это покода. Короче, это лук с каким-то дерьмом смешанный, жутко вкусно. Вот, ну и забивается все это, типа, легкоалкоголическим бризером. Ну, такой легкоалкоголический. Вот, это ужасно вкусно пахнет. Просто с ума сойти. Вот она, покода. Тупо лук. С чем, не знаю. Ну, с тестом. Джилище, собаджилище пришло. Собаджилище, джилище. Нельзя. Это моя еда. Нет, нельзя. Нельзя, Джила. Нет, нельзя. Не дам, нет, не дам, нельзя, ать, нельзя, уйди, нельзя, нет, нет, нельзя, нет, нет, доберманская морда твоя, нельзя, нет, нет, даже и не думай, вон с рыжей поиграй, рыжая спокойная, тупо старая, рыжая, ты старая, рыжая, рыжая, улыбаются, все собачки на голову улыбаются. Несчастная кошка жрет картошку. Не покоду. Это лук. Офигеть, Масянечка. Это жизнь этого канала. Лися. Будешь еще покоду? Шкоду покоду. Кис. Будет, конечно. Там, Джилл, нельзя. Ну, куфу.